Привет! Привет всем, кто любит смотреть и делать стендап! Меня зовут Олег Белый, и у меня для вас отличные новости. Вы знаете, что с каждым днем стендап в нашей стране становится все популярнее и появляется все в новых городах. А самое крутое, что теперь и Хабаровск входит в их число. Потому что мы запускаем первый на Дальнем Востоке открытый микрофон. Стендап Open Mic. Теперь и в твоем городе. Если ты еще не в курсе, то слушай. Открытый микрофон – это место, где может выступить любой желающий, который считает себя смешным. У нас нет никаких ограничений, правил и цензуры, поэтому мы ждем любого из вас. Но и это не самое прекрасное. Потому что любой зритель может прийти к нам абсолютно бесплатно. Без каких-либо билетов, предварительных записей или списков. Это все. Если у вас есть смешные друзья, отправляйте им этот ролик, делайте репосты. А если хотите прийти, то собирайте всех, кого знаете, и спешите к нам. Подробности узнавайте в группе или пишите мне. Открытый микрофон проходит каждый четверг в 20:00 в баре JB на улице Шелеста, 36, цокольный этаж. До встречи на стендапе.